Че, без Элбрелла за Хельзи? А Элбрелл бежит уже. Казум, шкаф. С ума идти? А, все, не надо. Отбой. Фейна на пол. Дайкерс. Один из меликов может вынесет. Ну кстати. Печальная история. Опять есть тактику понт, наверное. Ну, в левый кэмп теперь точно надо вынести. Нет, сколько? А нет, вру. Есть. Это кольцо Зерон хотел, да? Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Забирай же, наверное. Не достаю. Када все-таки несправедливо, хуйня. Было 26, упало до 25. Нормально все было, я танчу. Я пока не могу использовать эту способность. Там Буливан на гнилого просился, может, на гнилого меня с ним поменять. В этот раз не промахнитесь с напулом, Хеллфейн первый тайн, ну, Хеллфейн босса танчит. Суманите Боливану вместо Неонекса.
Давайте крутого. Дай шкаф на зум. Маги, дайте пока. Буливан, в следующий раз будешь во время РТ сидеть в другом рейде, я тебя даже на замену не возьму. Хорошо. Рчу на пол. Пегастры, я специально для розовых, блядь, макро сделал. Мне похуй на твой бобинг, его. Можешь на себя нахуй спинить. Флот убили. Прохил мне бельё и лужа. Ну, народ, ты вообще за агро не следишь, в принципе? В танки часто ходил, уже забыл про это. На блохосборник БР не тратить. Блохосборник. Здесь оно? Нету. Ашмагол, пожалуйста, определись уже с орехами. Нету. Давай и не будем поднимать. Блин, ГЦ. Знаешь, что самое чувство, когда я решил себе взять травму на успех, и она перестала. По-моему, седьмая КД. Перчатки нужны были. У него даже мастер лут не установлен, точнее лут мастер. Я не знаю, как он лут хочет ролить. Thank you.
Мой народ, ты отдал Мозру плечи Т5 или что ты имеешь в виду? Я тебя спрашиваю. Ну так надо было сказать мне, что вы передали шмот, надо человека ГП начислить. Ну, я отдал ему народу, типа, плечи на успех. А, ну, в следующий раз тогда я у него плечи заберу на успех. Мозер, так что вам, в итоге там начисления не делали за токен? Да, я не помню, вроде тактик первым заливается. Да ну бред какой-то. А ты чё, Мозер, кровь за КПшку забрал? Такая цена. Уливан, объясняю, у тебя должен быть установлен ЕПГП лутмастер. Лут раздается через этот аддон. Уже очень давно причем. Ну, Волган, так круто. Хотя я скинул диск, скачаешь. Он есть у аддона. Подойдем. Так, Буливану портал поставьте, на Анекс обратно в рейд. Должен.
сука, станьте вы. Ну, нормально, побегаем. А из наших никто тигра не собрал? Еще нет, походу. После РТ я пойду, кто хочет. Там варчик вчера две штуки залутал, наверное, третью даже. Халфейн на Келесете, Пегастрий на правую дугу. Ребятки, поставьте шкаф, пожалуйста. Ставьте почту, пожалуйста. Спасибо. Думали, что одолели нас, Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Восстание. Был достаточно недоразумений. Сила смерти позволит вам народу свершить обещание. РДД, кинетика падает. Да встань ты на месте уже. Темная сфера сделала меня. Пегастри, бегать нельзя, нельзя бегать. 20, так. Господи. Его откидывает, он бежит опять, откидывает и опять бежит. Чего вы Келесета-то не бьете? Я же специально ядра отвел даже. Да забей, тут проблемы с танком. С танком? Тагро на мне, неожиданно. Ну это нормальное явление, бьет-то он меня. Нету.
15 Солуреса тоже есть мосы. Там на мне. Козу мы что, будем сразу менять? Или как? А что там с ним? Ну, он в начале туннеля стоит. Он уже написал АФК минуту. Ну, явно туннель не минуту, честь. Этот демон единственный, не хотелось бы. Бежит. Стадию делаем, да, Делорус? Да, на самом деле, наплевать. Оставайся в танке, Войд тоже в танке. Ну, я надел грань на всякий случай. Бегаешь с магическим доспехом. Ну да. С учетом того, что сейчас осколки критуют. Значит так. МТ у нас на боссе. Войд. Вначале вместе с ним бежит Халфейн, забирает зеркало, ловит дебаф, отходит от зеркала. И зеркало ловит эпигастрий. Кто забирает первый укус... отдает второй укус Халфейну. А можно как-то замутить, чтобы я первый все-таки забрал? Можно. Ну давайте, не будем дамажить. Пускай Халфейн один вначале побьет, словит первый укус. Да я укушу его, какие проблемы? Нет, пускай он забирает первый укус, никто не дамажит, кроме него. Там проблема в том, что придется стопать. Через таунт, помните, сделать два укуса. Через таунт можно сделать. Так, мы, короче, делаем, как я сказал. Никто не дамажит, бьет один Халфейн. Ловит первый укус, после этого начинаем вливаться. Все, РЧ на пул. И эпигастрия. Мне под властью бить, нет? Можешь под властью. Главное, не сары. И эпигастрия. Ничего не тыкай на босса, вообще ничего. Подбежишь, когда скажут, когда укус передастся. Фейн. Thank you.
Ой, сразу набираю гро кучу. Ясно, не стяжа даже. Я, по-моему, скал никто не дамажит. На ком укус-то? Прости, укусишь Халфейна. Ничего, стоп, не попал. И типа Авро, почему он второй? Ору, красив вышел. Прости, укуси потом Шторм Сингера, он сам хорошо дает. Или Бибаб. Бабло укуши. Сейчас же поговорить, но хорошо дает, когда он стоял и набивал, когда все фак... Не, я просто в скаду смотрю, я ничего не говорю. Он просто был в топе в один момент. Так ты посмотри урон по пулсу, а не по трэш. Ладно, я, короче, Редвара укушу. Редвар под босса в центр. Начинаем представление. Матка, у тебя не получилось. Заебись, просишь. Следующего Монорота укушу. Халфейн укусит Монорота. Вы особо не бурсите босса. Времени еще до хера, хп падает. Стопайте дамаг. Третий укус тесто. Ясно, опять не понял. Если я говорю стоп дамаг, блять, значит стоп дамаг. Обнулил рекаунт. Рада. Не, дотка, тикай, что я с ней сделал? 20 тысяч. Заебись тикает, да. Еще раз обнимаю. Керсгорна укушу. Энакс, постой на месте. Словил баф? Да. Все, добиваем. Хотя бафа я не вижу, но по крайней мере те стаки пропали. И какой-то эффект на мне был. Зачем? Да, выполнилось, да, все. Хорошо.
Танком укусы делается намного проще. Он агрит босса, Потом таунт нажимает Void, потом таунт нажимает Эпигаст. И он на третьем месте, 100% на нем будет укус. Плюс еще будет дополнительный парейду. Ладно, печеньку кто-то забрал? На, там, на мейн. На офспек забрали. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок. Но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть. Выманите их сюда, и мы вам поможем. Войд с Монаротом, танчите Эвенда в Алитре. А это? Вот. Вагу, у тебя есть с обычки? Кто? Я второй токен я оставил в боссе, потому что никто не ролит. Что с обычкой? Чё за босс? Давай я себе посмотрю. Ну, Нунланд или где там какой-то токен обычный валяется. А, можешь не бежать, вон Мосс пишет, и на тебя там токен. Благо, а чё там по луту в первом боссе? Чего? Раздали? Ты лук не пилил? Ты на транс хочешь? Да. Он на ханте валяется, я его ещё не успел распылить. Окей. После РТ? Да я на лича зайду, отдам. Ебать, ну кто такой жирный, ну? О, ну чё началось-то? В Алитрию фокус, бурсты в неё отдам. Согрелась она походу на меня, но я стоял... где и стоял. На крыльце вот здесь. Ну тогда это тотем его те самые дальние. Потому что когда она, я вижу, полетела, я отодвинулся, на аграном не было. Самогол тотем подбери. Самогол тотем подбери. И не раскидывает, где попало. Есть у кого почта не на КД? Есть. Так, давай. Право. Ну я слева надала. Говоришь, не даешь. Видит, хорошее настроение. Ну вообще прекрасно сегодня настроение. Классно, да? Хочешь, поделюсь? А хочешь, испорчу, да? Я даже себе пивасы купил. Второй раз за два года. Охренеть. Я из-за того, что болею вторую неделю, пил себе не покупаю, а второй раз за два года купил.
сзади моб. Победу на арене обмываешь там, да? Что я наделал? Нет! Библ, призовые пропиваешь, Коля? В честь чего, Бибик, ты купил пиво? Подожди, он глотками пьет крупными, не может оторваться. Нам призовые за БГ еще не дали. Еще неделька, наверное, да, может. Там только недавно закончилось разбирательство. Да они пидорасы время тянут, блядь. Бесстрашно сражались с плетью. Бабки в банке на процентах лежат. Подожди, блядь, да, раз, вон, видишь, скидки еще местами. Да толку от этих скидок, сейчас у людей денег нету, блин, все знают, что на работу выйдут, понятно когда. Ну смотри, у кого-то денег нету, а пигастри две печеньки. Ну, поэтому все по-разному. Чё-то продал, значит. У кого-то денег нет, а у Полины сколько там, 2-5 плюс. У меня ничего нету. Что на АФК? Я в холле Каспенка целого. Давай. Девушкам проще, им могут просто подарить печеньки. Готов стать девушкой на время. Пегастри слева, Халфейн справа. В порталах летает молот и красив. Розария и вместе с ними Прося. Остальные на рейде. Если Настя была бы в рейде, она по-любому сказала бы, насосала. Я в ДД, в хиле, по телефону разговариваю. ДД. Супер. Пуляйте танки. Можно еще просто наболтать. Зачем болтает мосс? У всех это говно забагалось. Да, на полэкрана. Сука. Удалите шаманов своих, ёбаный друг. У меня ничего нету. Вообще ничего нету? Ничего нету. А, кто уже кидал на том трэше, перекиньте еще раз, она от... Вообще ничего не видно. Все пусто, нету луж, вы чё? У нас поганулось и закрывается экран. Релокайте чё? Я стрим подцепил, можете посмотреть, насколько это херово. Флудили бы вы поменьше, цены бы не было. О, перестало, блядь. Нет. Короче, крайне китайское будет. От кого-то лишнее слово на поле босса, это сразу сотка.
Блять, а как порталы увидеть? Есть гайд? Пизда. Подавители справа, убейте, пожалуйста. Понимаю, что забагалась лужа. Не видно нихуя, но не флудите. Больше повторять не буду. Все, пропали ваши лужи? Да. Пикачу, дай поп. Мы народ-то надолго? Это, кстати, лужа лечится лужей. Другую лужу кидаете, и она исчезает. Это, по-моему, мой баг был. Я об этом говорю. Я кинул, у вас все пропало, странно. У меня вообще ими не было. У меня тоже не было. Аналогично. Не, короче, до портала не было, зашел, вышел и все. Просто весь экран в квадратах, нахуй. Я просто не смог портал найти и не зашел. Джокер, ты здесь? Вместо монорота заходишь. Шкаф. Ну чё там? Монорот все равно в рейде сидит вон. Его убрать сначала надо. Нофтнулся, все нормально. Куда кто продаст сопрот? Я не продам, но отмен... Где сидит, куда он? Давай, кидай мне обмен. Кто сфокнулся? Заходим в комнату. Не надо уже? Да я взял. Так-то 240 голды, нахуй, а не 200. О, господи. 275 сегодня. Раз 300 будет. В следующий раз у меня будет бой. Верни ему. Зачем? Я себе 2 оставлю. Спасибо. Короче, верни мне сопрот, а голду мне оставь. Да, да, да. Хочешь, я тебе еще просто так 200 голды возьму? И сопрот еще верну. Вести голды и сопрот? Да. Давай. У меня есть чугунная сковородка. Надо? Давай. Безвозмездно? Не-не-не. Прилетит и я верну бумеранг кто-то. С едой хотя бы? Нет. Ты себе-то оставь. То, что у тебя я есть... и говорю бумеранг. Пульну и обратно. Не понятно, ты мне сопрот давай и 200 голды. Да не, я наебал. Извини. Полина, меня наебали. Давай мне сопрот. Мальчики, разбирайтесь сами.
как-то не камильфо бежать к девочке сказать, а он меня обидел. Такая на характере, отдай ему сопрот. Да, я у него спрашиваю сопрот, она, блядь, типа, разбирайтесь сами. Делаю, что хочу, ничего мне за это не будет. Что? Феминизм. Не, ну как-то не камильфо, мальчик бежит, говорит, Полин, но он меня обижает. Ну такое. Я говорю, наебалами они обижают. Я утрирую. Жестко причем. Эдвард, где ты сопроты берешь? Признавайся. Покупаю, ставим сразу 20 штук. Сразу запас. Раз себе купил. Ты мне на офи камильфо называли. Я когда увидела, что здесь есть такой ник, очень разочаровалась, потому что я этот ник хотела себе. У меня компания проводичка, я не знаю, почему я всегда постоянно стаком. Я и на офи тоже стаком покупал. Стак покупаешь себе и на деле хватает, помню. На зубы выгнул, блядь. Прости, что фраза, блядь. Мне главное, знаешь, главное, что просто раз и замолчала, мы с тобой диалог ведем. Вот просто, да что за дела, алло. Руди ты ебаная, блядь. Ай, лол, блядь. Что за подстава? Просто понял свой косяк и замок, все. Ты продолжаешь. Не, он единственный, что он стесняется. Бывает. Он опять печеньки ест и мне не дает, да? Нет. На этот раз конфетки? На этот раз ничего. Был у нас Мял, который вечно жрал, теперь у нас Шторм. Мне, кстати, слово нравится, стесняшка. Костя, почему ты такой стесняшка? Ох, звучит как-то. Да, есть такое. По-розовому, да? Коричневый, ты в мут захотел? А мне знаешь, какое слово нравится? Про товар. Он не коричневый, он шоколадный. Да. Каждому своя. Глаз. Собирайте трэш. Чего ждем-то? Шоколадное яйцо. Киндер сюрприз. Я тебя киндер буду звать. Кажется, сейчас Радвар меня пошлет. Да, Алекс, ты что, страхуешь, что? А не, я пиво, у меня все нормально. Да, так вы с Бибиком пиво решили, Саня. Там сильно не увлекайтесь, а то это в лыко вязать не сможете потом. И кричать, я не знаю, кто осквернение налил. Лыка вязать. Руди ты ебаный. Я говорю, там просто сидит и рофлит просто. Бля, ты больше всего рофлил, когда мы в обычке, короче. И там что-то пук. То ли тени на ладе не выносит, то ли чё. И просто как, блядь, старый добрый видно, Коноп говорил. Ты тени выноси, долбоёб. Вот именно затягивает это ё последнее. Я помню, в Зуломане, помнишь? Вставай, блядь! И Полина просто поднимается. Ты вспомнил это, да? Ну блин, я думала, ты мне говоришь. Надо было быстро отреагировать. То мало ли, да, что случится. Ну да. Молодец. Да, уже прятаться все хорошо.
Потом бы разбиралась, кто кому нахамил, но это уже была другая история. Кстати, Настя так и не берет Шамугола в рейс. Розария, ты еще в холике? Не, в рейпе тоже. Ну, спекнешься обратно в холик на этого босса. Окей. Чего, в этот раз Заломан не собрался, да? По-моему, там даже не пытались его собирать. Не-не-не, Насти не было вроде бы. Спамила именно Настя. Ну, она мне написала, я был на магике, там рофлил, кубы не нажимал. Меня кикнули, сука. Кикнули? Да, меня кикнули. Ну, карма. Не знаю, просидел полчаса, потом... сидел в Дискорде, она ничего не написала, но так она обычно пишет, если... Она Золонан вчера почти целый час собирала, не нашли Лока и разошлись. Видишь, собирали, я тоже видела. Не знаю, полчаса с момента ее назначенного времени просидел, подумал, наверное, ее не будет. А мы сидели до 11. Что, сапрот пьем, да? Да. Неонекс. Сапрот может кто продать? Так давай убрил ДЦ. 250 колды в обмен кидай. Зачем в ДЦ? Я наоборот колодец поставлю. Я в ДЦ просто осквернение этого, как, блядь, освобожденки хватаю. 3 стака момент. Ну, смотри сам. Как мы, значит, сделаем? Сейчас там бахну. Начинает танчить Эпигастрий. После первой взлетки, как она сядет, Халфейн забирает босса на себя. Дальше же потом на второй фазе будет меняться. Кому СС закинуть? Перче на пул. Ой, я совсем забыла, Войт там тебя адмирал хотел. Бабл, чего не хватает? Я без пошлости. Я релогался премиум. Розария спекнулся в холле. Там Фарада где-то в хвосте стоит. Его, по-моему, нет сейчас с нами. Ну, он подтвердил готовность. Что он тут? Готов, Бабл? Сейчас, секунду. СС надо кому? На свое усмотрение любой позорный СС можешь раздать. Все, погнали. Езди на балкон. Тьму на лед сменить. Делорус, пока Эпигастри танчит, ничего вообще не делаешь. Как она сядет... Когда уже заберешь и будешь танчить. Ты в курсе, что притяжка убьет нас? Веди да. Дальше. Отводи, Эпигастри. Радвар, кажу. Ну к черту ваши приближенные син. Thank you.
небо подобить. Ну вы чё? Женуэн, БР Казума. Калфейн, забирай босса. Я в глыбе стоял, бегу. По-моему, это я разбил. Женуэн, БР, Лока. КД у него. Пишет КД. У него КД полтора. Мосса, БР. Полтора минуты. РДД, держитесь ближе к колодцу, хилов много освобожденки. Это не я. Че вы делаете? Да че вы это? Жена НБР, молод и красив. У меня пишут, что надо ебануть синдром. Все, баф словил, значит, 4 дыхания. Первый. Прожмите дебаф, если... Бладласт! Центр уйдите. Мили разбейте. Танку дайте только скинуть. Сделал? Да. Всем большое спасибо, ребят. Нет. Спасибо за рейд. Голдун на почту. Знаешь почту? Не слушай их. Можешь мне голд на почту скинуть. Опять талик упал. Я, кстати, что-то часто в последнее время падает. А потому что не нужен. Когда нужен был, никому не падал, помнишь? Нет, мы не все еще профили. Ты вышел на вон Даркис взял, даже удивлен. Стой. Стой ты, куда побежал?
Я отойду, короче, до босса меня доведёшь. Пиво отойду. Пиво начало действовать, да, Редвард? Таркин, да, жуж. Трэш такой стоит. Куда можно жопу Редвара подставить? Мы не скажем, что это ты. Молот и красив, ты релогаешься? Да, он написал. Не в ретрик, а обратно. Легко ли кастится? В ретри давай. Окей. Будешь у нас диван сдавать. А меня обижает чудище. Казум СС на КД еще? Да, пока. Сколько? Шесть минут. Ну, перед третьей фазой повесишь на Розарио. Окей. Розарио, ну ты в курсе, тебе надо будет диван сдать по какому-то из танков. Да, да, конечно. Взяли двух воров похоронить. Зато самый топовый живой все еще. Ну вы там резнуть их можете, что ли? Резаю. Я думала, ты осукаешься, живой твой сидит, молчит. Я тут надругаюсь над его трупом. Рыба стоит. Поставлю тотем. Хочу. Воспользуюсь моментом, да? Пока меня нет. Да не говори. Это был заговор. Ну что, танки, пожелания? Кто где? Я в обломе посижу. Ну, в принципе, могу и босс, просто с агро переживаю. И Пегастри, справишься с профом? Не, в падлу не котируется, ты танкуешь босса. Этот Долору все равно просто и вето, зеленого красного ходит, так что можешь не переживать. А к чему он говорит? Эпик лево-право отстала, все. И перефаска там где-то прямо просто поставил, все. Почему он говорит, что готовит кушать? Это что значит? На кухню отбегает. Жрать хочет. Эпигастрин на боссе, Халфейн в обоме. Причина пул.
Нет, то для чего ты нам это пишешь? Ты на боссе хочешь отойти или что? Там рофлит, ну вот. Ну, надо же понимать. Радвар? Нет. Вот повар, дайте. Это же эти гастры, он рофлит. Там. Все готово. В кукле нельзя отвлекаться. Ты ошибаешься. Ну посиди, я тебе готовлю. Отличные новости, народ! Как усовершенствовал штамп чумы, который уничтожит весь озерок! Мальчики, не ругай. Флут на боссе. Прекращаем. Войт, скажи, когда стопнуть. Да. Зеленый кэмп уходим. Цепи здорово. Да. Прикольно. Че, может Геру раздать? Давай, Бладласт. Блин, КД? Я в курсе КД. Это все. Ладно, включу проценты. Вообще, тут большой сильно ДПС, можно не стопить, пула просто переводить сразу. Под Геру, типа? Короче, если... Там чуть-чуть не хватает перевести. Нет, все там хватает. Если, может быть, кто не знает, открою секрет. Когда из крана идет анимация, ну... Я думаю, все ее видят, этот пар. Когда идет анимация, и на боссе еще там 1%, и в момент, когда еще слизень не появился физически, можно перевести босса. И слизень третий не появляется. То есть, если даже босс начинает кастовать непредсказуемый эксперимент, у него 1%, можно спокойно его переводить. Ну, может быть, кто не знал, я вам просто секрет открою. То есть, вы эту хуйню имейте в виду. То есть можно начать и вести босса потихоньку вот сюда сразу, где мы переводим, и переводить его спокойно. Да я уж просто с деворейдом забыл, что мы не стопы. Шмогол куда убежал. А когда он кастанул и вы стоп, ну, стопнули поздно, там доты перевели просто. Поставил Дживса. Ты в ДВ-рейде тоже до мага есть, чтобы не стопить. Мозгов тут не хватает периодически. Верчи на баф и пул. Лапа. Тоже Диман напьет. Лапа. Лапа. Лапы нету. Лапу. Господи, Диман. Алло. Лапу, лапу, лапу. Моса, чего не хватает? Женой, ты специально гнев кастуешь до конца таймера? Второй раз, блядь. Короче, ты выхватываешь ГП за два пула. Первый это я отпуливаю. Бегите теперь. Может получиться что-то любопытное. Говорил же отвести, не слушаем. Падаем. Редвар, сбегайся. Там чарш в него. Я, ну, конечно, я не знаю, может, вы меня все прослушали.
Если мы переводим сразу, надо босса отводить. Потому что бежать тут 30 километров, видите, да? От стола и до того кемпа, где нам надо стоять, где колодец поставили. Это не слушает никто почему-то. Может быть, Эпигастрий прослушал. Решил не вести, у стола поставить. Еще он кушать готовит, ты ему не мешай. Либо Хелфейна поставьте на босса, который немножко поумнее. Либо я хуй знает. Да ладно, чё вы начинаете-то? Третий пул. Если мы переводим, ДПСа хватает. Ведите сразу босса туда. Пегастри, видишь, где сейчас Элбрю стоит? Ну или вот молод и красив. Видишь двух елов? Вот когда у босса уже процентов 88, можешь перевести его сюда. Да там потихоньку маленькими перебежками, типа, пробежал 10 метров, встал там, чтобы мелики особо ДПС. Так а если мы бурстим, может он там и будет босса держать? Ну, я к тому, что есть разница спулить босса и отбежать на 30 метров, блядь, чтобы милики потеряли кучу ДПС, или вести перебежками. Я к этому говорю, что... То есть ты вот отбежал 10 метров такой, побил там, дал старт, там разрядил, отбежал, побил. К этому времени ты и до сюда дойдешь, никто ДПС не потеряет. Ну, молод и красив, это уже дело другое. Бойд, сделай красиво, спикни с танк, а он в ДД, и все, и бьем сейчас, спокойненько. Сейчас все будет нормально, рыба стоит. Специальная акция, кто сейчас спулит до окончания таймера, получит тыщенку. В рассрочку можно оформить? Что, Могол, ты где лежишь? Вот. Фарада, специально для тебя в кредит, нахуй. Лапу пристабав. Лапу пристабав. Верчи на пул.